Село. Все дорожки, все тропинки белым снегом замазаны. Я листаю календарь, за окном скрипит и млай, сердце чуть замирает, в воздухе лилово. Наконец-то наступает Рождество Христово. Спасибо, Мас. Дома ждут подарки, в храме свет сияет яркий, и рождество сквиша летит в алтарь. Снег под солнцем серебрится, ясный свет над ним струится, и звучат слова: здравствуй, праздник, светлый, ясный, величавый и прекрасный праздник Рождества. Это были снежинки. Снежинки прилетели. Снега много в этом году. И один снежок. И к нам немножко к нам. Рождество – это праздник, который стирает временные границы, который превращает взрослых и солидных людей в озорных мальчишек и девчонок. Это один из любимейших праздников всех детворы. Он несет свет, радость, добро и, конечно же, чудеса. 2000 лет назад на землю пришел Иисус Христос. И этим он показал великую любовь Бога к человечеству. А свершилось это чудо в городе Вифлееме. Хотите узнать, как это было? Давайте вернемся в воспоминания в ту далекую ночь. Видите? Видите, там, на троне, восседает император, такой гордый и величественный. Давайте прислушаемся. Позвать гонцов. Я, римский император Август, повелеваю провести перепись населения всех людей и народов мной захваченных, каждого в городе, которого он родом, всех ослушавшихся наказать строго. Исполню. Указ императора Августа. Римский император переписывает население. Всем срочно прибыть в город своего рождения. Непокорных строго наказать. Жители Назарета, исполняйте приказ императора Августа. Перепись населения, перепись населения. Сходились. И здесь, в пастушеском вертепе,
находился тот пушкин смольник, склоняет солнце на закате, кто необъемлем и велик. Ночь тиха, под верхней зыбкой звезды южные дружат, очи матери с улыбкой, ясли тихие глядят. Это была великая, таинственная ночь, а еще она была необыкновенно тиха, и во всей вселенной свершались чудеса. Самыми же большими чудесами были два удивительных чуда. Явление ярко сияющей звезды мудрецам-волхвам, которая привела их к младенцу, и явление ангела Господня пастухам, стерегущим стада близ Вифлеема. Первыми гостями Божьего младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым ангел возвестил о Рождестве Христовом. В Вифлееме утомленном все погасли огоньки, только в поле отдаленном не дремали пастухи. Стадо верно посчитали, обвели ночной дозор и, усевшись, завязали между собой разговор. Слышали? А император узнал указа перепись населения. Каждый должен прибыть в город, в котором родились его предки. То-то столько народу собралось, ни одного места в гостинице нет. Посмотрите, какой свет вдруг полился с небес. Что это? Мне страшно? Не бойтесь, Бог меня послал вам возвестить живую радость. И старость ветхая, и младость возвеселятся пусть они. В священном граде Вифлееме родился ныне, в это время, спаситель мира и людей. Его вы прочтете сами, своими увидав глазами. Исчезло чудное видение, и пастухи в немом смущении, в душе счастливые сто крат, пошли гурьбой в Давидов град. И с верой теплой, верой чистой, в пещеру чудную вошли, и колыбель царя-младенца в руках у ангелов нашли. Живую овечку, будешь с ней ты играть, сидя на крылечке. Себя же я принес молочка парного, чтобы с матушкой своей были вы здоровы. Все идут, спешат с волнением, с радостью на сердце. Все несут свои подарки дивному младенцу. Thank you.
спали. Всюду был мир и покой. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Богу я пою, ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Богу я пою, ему одному, Христу моему. Ангелы в свете небесном славу слагали Христу, но в домах было тесно, и он родился в церкви. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему. В маленьком детском сердечке обоселись Иисус. Ты мастырь мой, я овечка, в мире с тобой бы стремлюсь. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему, Христу моему. Младенец Иисус рожден был в ту ночь, чтоб людям страдающим в мире помочь. Хвалу я пою ему одному, Христу моему. Привык мир к Рождеству, считая этот день вполне обычным. И то, что сам Христос лежал в хлеву, становится для многих прозаичным. Давно уже все знают, что Христос родился далеко не в царском доме, что царь-царей в семье обычный рос и нежился на скомканной соломе. Но как же я вам всем хочу сказать, чтоб мир не привыкал к его рождению, что праздник этот должен удивлять и сердце призывать к благодарению. Пусть слышал ты об этом сотни раз, пусть знаешь наизусть, как это было. Старайся, чтоб рождественский рассказ душа твоя как ценность сохранила. Снова за окошком белая зима, сыплет снега крошка с ночи до утра. Как уж в стальной сказке, лужи все в стекле. Разве есть прекрасней уж я не на земле? Рождество Христово, восхожди зимы, дарит Бога мир кошмарной тьмы. Рождество Христово, праздник христиан, Бог исполнил слово, нам Спаситель дан. Рождество Христово, торжество добра, нам приносит снова белая зима. Поем на память.
дети. Пусть поддержит детский хор чистый тонкий Лансифор и Гаспар, Бальтазар, Мельхиор. Пусть постятся звезды сочинений, патриарх и помнит врач и пений. Но как солнце ляжет спать, а звезда начнет мерцать, можно всем помолясь и рвать. Но как солнце ляжет спать, а звезда начнет мерцать, можно всем помолясь и рвать. Снегов. И только не тающим снегом блистают шивы мраморных хребтов. Там цветы ароматней, звезды крупнее, и светлее и приятнее весна. Там ярче у птицы оперенье, теплее там дышит морская волна. В такой же стране ароматную ночью под шепот лавра и роз свечилось желанное чудо. Родился младенец Христос. Я в церкви с самых малых лет Иисуса прославляю. Ценнее его на свете нет, я точно это знаю. В собрании слышал я не раз, как Иисус Спаситель меня от вечной смерти спас, что я небесный житель. Скорее вырасти хочу и свыше возродиться, чтоб в церкви Божией я мог для Господа трудиться. Не забудь эти слова. Пастухи на поле спали, тихо грелись у огня. Небеса вдруг засияли, и запели небеса. Хор прекрасный, хор небесный, громко пел, какую песню? Тихая ночь. Слава вечному Богу. Лука 2 глава 13-14 стихи. И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышнему Богу, и на земле мир, человеце благоволение. Кто с небес спустился и сказал, что Бог родился? Ангел. Лука 2 глава 10-11 стихи. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Это что, вопрос? Это частица ответа. Кто шел за звездой поклониться Иисусу, подарки свои принести? Кому удалось в Вифлееме, в пещере, в яслях Сына Божий найти? А кто же это? А кто сказал бабку здесь? Да бабка на нее получается, да? Мы
Римса, да? Добавка дарила. Чего они взяли с собой? Увидев же звезду, они возрадовались радостью великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его. И пап поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары. Золото, ладан и смирну. Волхвы. А как звали волхвы? Он не показал. Кто расскажет нам, зачем пришли когда-то Вифлеем, Иосиф и Мария, родители благие? Сергей Павлович сказал перепись. Лука, 2 глава, 1-4 стихи. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Квириния. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Что за праздник у ворот? Зимний, но не Новый год. Он считается большим, 40 дней поста перед ним. Крещение. Рождество. Рождество. Ах ты. А сегодня же Рождество, да? Говорят, что он идет, а на деле падает. Пускай на Рождество взором наш порадует. Снег. Снег, что ли? Снег. Снег. На кого я ничего не сказал? Мимо, видите. Маленький, да. Ребята, молодцы. Вот и Анечка. Аня, вставайте тоже. Сказал, Христос садился, ну, пришел Христа опасаясь, и всех с праздником поздравить. Воспахните шире двери, люби, надежде, вере. Аминь. Аминь. Видишь, мы как широко распахнули, тебя сюда приняли. В следующий раз приходи, будешь с детишками тоже петь. Молодец. Кто-то еще готовил? В следующий раз. Тихо. Братья, сестер, Николай. Любовь Николаевна, вы не приготовили? Ну все тогда. Ну, Лена. Я спою, которую... Подожди, сейчас детей отпустим. Галя. Там батюшка вам кое-что передал. Особенно казаки и базанки. Казаки. Казаки. Так, слова вот я вам всем раздала. Да, казаки. 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 К нам приехали сегодня рождественские казаки. Давайте сейчас. Безвестной пещере, какое обычное дело. С тех пор, как обличка, нет места для черни, 2000 лет пролетело. Кормушка скота называлась яслин, в нее положили младенца. Кончалась ночь, в небе звезды угасли, укрывшись зари полотенцем. Младенец родился, ликуй, Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней точно сильны рамена. Потом, будет далеко потом, и новая эра, и храмы покажет жилье бессловесным скотом. И гибет и смертные раны. Пока только ангелы знают об этом, и счастью сказать пастухи. Потом будут книги восторги поэтов о том, кто прощает грехи. Младенец родился, ликуй, Вифлеем, но хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудная, в ней дочь и земля.
матерью девой, и в страхе родин разложащего свитки, и все истолковывал влево. Тот камень уже не рукой отрывал, а чрево, что шире небес, и рушились кроны, и гибли валы, победный воздвинулся крест. Младенец родился, ликуй, Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, не дочи сильные рамена. Когда-то от города родину бросив, полям Марийским ушла Наими, но срочно депеши зовет всех Иосиф, и в жизни родился, аминь. Младенец родился, ликуй, Вифлеем, дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем, в ней дочи сильные рамена. Спаси, Христос. И вознаграждение. Подарки в студию. И награда сия велика будет. И сладка. Вот малышку Елисею подарок. Что-то можно забрать? Себе забери. Да, с ребятишками разучить. Давай, можно съешь. Была песня такая: над небом голубым есть город золотой, гребенщиков исполнялся. Музыка Владимира Вавилова, гитариста. Я на эту музыку написала слова. Талантов у меня нет в пении, но прошу снисхождения. Петр, Евангелие от Луки, 2 глава. На поле пастухи сидели у костра, вокруг овечек мирных дремавшие стада. Вдруг ангелы с небес, не бойтесь возвести, принес я весть благую, рожден Спаситель мир, и с ним явилось воинство небес, неся эту божественную весть. Слава Вышних Богу на земле мир, человек в благоволение. Поспешно пастухи, встав в Вифлеем, пошли, и там
и рассказали всем, что ангел возвестил, какую радость людям принес младенец в мир. И славя Бога, к стаду отошли, и весть благую людям разнесли. Слова Мария в сердце сохраняла, звезда над миром яркого сияла. На поле пастухи. Спасибо, Христос. Конкурента не Христос. Было. Спасибо. Хотели с Тарасием, но не подрепетировали. С Тарасием? Да. А, под гитару? Да, под гитару. У нас есть гитара. Вот, и учись. Ну, учимся, да, вот. Не кричи громко, а говори потише. Видишь, мы здесь. Так, все, все. Благодарить надо Бога. Поблагодарим Бога. Ты умничь, все вроде понимаешь. Я тут стою на ней, Все, концерт окончен. И в этом присущественном городе, и земля ветер не преступного приносит. Ангелы спасли славословия, во свете со звездою путешествуют. Нас в городе родися, отрочи влада привечный Бог. Игнатий Тихонович, не пугайтесь. Виктор Андреевич, помолись. Да? Да. Алексей, помолись. Господи, слава Тебе за этот день, за это Рождество, за то, что Ты явился в мир. Господи, освети светом нас, благослови всех братьев и сестер. Благослови нашего батюшку отца Якима, проповедника Игнатия, Господи. Слава Тебе за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос, сестры, спаси Христос. Спаси Христос, вас, да.